Так, дорогие друзья, вот мы попали на бывшую территорию хрустального завода. Здесь примерно то же самое. Это вот со стороны пятиэтажных домов. Выглядит вот так все плачевно. Также плачевно. Какие-то бывшие цеха. Куча мусора. В советское время изготавливали хрустальные изделия. Вот они, трубы печей. А сам завод выглядит вот так. Бывшие какие-то помещения. Гусевской хрустальный завод гремел на всю Россию своими хрустальными изделиями. Но в советское время пришел упадок. Вот. Остатки завода. Вот они, бывшие цеха, где стояли печи, плавили стекло, изготавливали хрусталь, впоследствии выдували всевозможные изделия, вазы, рюмки, фужеры и прочее. Много всего было. Теперь это все выглядит вот так. Ч
ничего не сделаешь, конечно. Вот он, бывший цех. Какой-то уже трудно сказать. Вот огнеупорный кирпич. Все, что осталось от цеха, это проходная, наверное, в цех. Стояли, видим, какие-то. Станки, линия, конвейер. Теперь это выглядит все вот так. Теперь на трубах ретрансляторы сотовой связи. Поэтому, наверное, трубы еще и стоят. Поэтому эти трубы еще стоят. Да, такие вот они. Огромные. Вот она река, Гусь, протекающая через завод. Так, вот такая здесь красивая река. Теперь она уже чистая. Сюда не сливают отходы производства. Уже видно, вода чистая. Выше по реке, где самое озеро, текстильный завод тоже не работает. И здесь стала чистая вода. Вот такой здесь мостик. Вот так это все выглядит. Вот такая красота. Такая красота. Так. Остатки производства. Упавшая труба. Пойдем посмотрим упавшую трубу. Там вот все-таки новый цех один. Он работает еще пока. Там построили новую трубу. А сам основной старый завод вот в таком состоянии. Тоже видно какой-то цех. Кирпич не такой уж и старый. Валенная
труба. Опа. Как хорошо видно вот эти вот кольца металлические. Кирпич рассыпался, а кольца только лишь чуть-чуть погнулись. Кольца трубы. Такие большие. Вот они. Болтами стянуты. Вот так выглядит труба. Ну, идем по трубе вниз. Прям по кольцу. Так, по трубе вниз. Это у нас будет основание. Посмотрим. Все, мы уходим. Ведутся работы по очистке территории, поэтому мы ходим, чтобы не мешаться. Вот еще какой-то цех. А вот этот цех у меня был на предыдущих видео, где он горел. Был пожар. Скорее всего, мусор горел. Там бомжи собираются. И видно, подожгли. Видно, тут палки обгорели, деревья. Видно, жгли, костер разжигали. Какое-то техническое помещение. Туда не полезем, грязно. Какое-то техническое помещение. Так выглядит. Наверное, трансформаторная тут была. Подставки под кабеля. Да не дальше цеха.
хороший цех. Так он выглядит внутри. Большие огромные цеха. Так, вот тут можно пройти. Посмотрим, что там. Дальше. Это какая-то, видно, была токарная, что ли. Вот круги алмазные, алмазины. Так, какое-то помещение. Видно, какой-то станок стоял масло так. Лестница. Лестница. Как это выглядит? Вот еще у нас один вход. Заваленный. Вверх. Остался она еще. Целая лестница. Так это выглядит. Ладно. Скорее всего, четырехэтажный. Самый верх. Четвертый этаж цеха. Кресло. Цветок в горшке. Кабинет директора. А, нет, это выход. А тут еще вверх лестница. Еще выше поднимемся. А, ну тут, наверное, крыша. Может быть, закрыта. Открыли мы дверь. Вот тут сразу дерево растет. Идем по крыше. Так, вот они, трубы. Тут хорошо видно. Вон даже озеро видно. Ну, там свальная труба. Хрустальный завод. Следующий там цех. Речку видится. Вот как хорошо речку видно. Ну все. Вниз.
кое-где лестница завалена практически полностью. В окно выйти, но там стекла было немного. Довольно много стекла битого. Так, тут мы выйдем. Тоже какое-то ощущение. Все заросло бурьяном. Летом ты тут вообще, наверное, не пролезешь. Так. Вот так все это выглядит. В принципе, я вам все показал. Будем теперь выходить. Это было когда-то очень живописное место. Много кирпича. Разбирают трубы оставшиеся. Вот он горел здесь. Видно, он очаг был на третьем этаже. Пожар я снимал там. Какие-то технические. Это видно схват какой большой ворота. Какие-то технические для производства. Может быть, кислота или что-то. Остатки. А вот написано. Какой-то натрин. Натрин какой-то. Ну, кто знает, может написать. И вот такой значок. Натрий. Какой-то натрий. Не знаю, что это такое. Далеко от этого производства. Какой-то натрий. Так вот это все выглядит.
собирают, видно, кирпич. Остатки. Собирают остатки хорошо кирпича, упаковывают. Все, мы выходим в город этой дорогой. Так вот такие существуют колодцы тут. Такая вот навес металлический. Тут еще одна упавшая труба, сваленная ли, остатки упавшей трубы. Кольца уже сняты. Наверх мы там поднимались. Вот она, печь внутри. Остатки цехов. Вот, видимо, какой-то еще склад.
техническая лестница. Что-то какое-то строение. Может, краны стояли или что-то. Да, скорее всего, краны. Какие-то резервуары, нам заборники воды и что-то типа того. Все. Речка там вот не знаю. Может быть какая-то канализация. Ну, скорее заборники воды. Трубы были подведены. Видимо, что-то типа котельной. Вот резервуар. Видимо, канализация что ли такая. Ну, заборники. Все это выглядит. Какой-то навес. А, тут что-то электрическое. И на насосы стояли. Что-то типа того. Под навесом. Сухо. Вот, очень сильная агитационная.
комбинации. Так. Огромные-огромные цеха. Строение, что-то видно в виде бочки, видно, где кислоту размешивали, по всей видимости. Огромная бочка. Вон там она, наверное, в емкости стояла, бочка. Бочка с кислотой. А ну вот эти емкости, тут видно еще одна стояла. Вот это порошок. Шланг наверх туда. Очень маленькая лестница. Очень маленькие ступеньки. Еще один этаж. Еще один этаж цеха. Так, это маленькое какое-то складское помещение типа бытовки. С частями. Стульчики, подождать. Поднимемся выше. Какой-то план. Чертеж. Перила срезаны. Естественно. Так, еще один этаж. Стол. Какой-то кабинет. Стеллажи. Так вот раньше делали стеллажи. Это стенка заводская. Вот там плакаты какие-то были, скорее всего. Хороший пол. Так вот из окна. Поднимемся повыше. Столы. Да, тогда строили на века. Это вот мы на крышу пришли. Пришли. На крышу.
даже видно. Вот тогда вот выглядит. С крыши. Пойдем вниз. ЦХ все не более 4-5 этажей строили тогда. Ну, самый главный там, по-моему, этажи 6, может быть 7. Эти поменьше. Видимо, какой-то подвал. Но темно. Ничего не видно. Поэтому не пойдем. Вот тут даже для подвала сапоги стоят. Надо переодеться. Видимо, там сыро. Там видно, насосы стоят. Ну, в смысле, шланги от насосов. Насосов уже, конечно, нет. Насосы стояли когда-то. Когда все это работало. Так, ну мы тут проходили. Пыль. Вот этой. Пойдем. Стояли пластиковые резервуары тут. Так. Снаружи все это выглядит вот так. Переходы между цехами. Резервуары. Это видно большие боксы для машин, кранов всевозможных. Когда тут было что-то. Пройдем еще вот тут, если пройдем, конечно, ладно, пройдем. Тут уже какие-то строения были разобраны. Вода еще видно. Большая система. Шланги. Система забора воды. Всяческая. Так. Какая-то.
тут, видно, находились. Вентили, перекрытия всевозможные. Это мазутная, видно, какая-то штука. Да, пахнет мазутом. Видно, какое-то топливо, смазка. Видно, хранилось. Вырез какой-то. Посмотрим. Что здесь? Да, видно какой-то мазут, что-то такое. Что-то такое. Вот была лестница. Но ее тут срезали, чтобы не лазили. Здесь вот были, наверное, подъезды, машины разгружались, краны стояли, что-то еще. Лес. Полный лес. Вот мазут разлитый, может быть, еще тут бочка была. Такая же. Такая же, может быть, была. Вот она, трансформаторная будка. Конструкция. Какой-то колодец опять. Засыпано. Еще один мостик через речку. Тут она уже пошла больше. Река Гусь. Какое-то круглое здание. Отбушки.
Вот такой трансформаторные будки идут вот так вот кабеля. Все возможные коммуникации. От печки, от трубы. Вот здесь стояли, видно, печки. Печи стояли. Вот. Осталось. Одни ямы. Вот. От трубы вот он идет магистраль туда в цех. Вот идем на выход. Вроде так все показал. Тут еще одна труба стояла. Остатки. Выход в город. Вот мы тут вышли, уже торговый центр на территории хрустального завода построен. Вот это бывшая проходная хрустального завода. Вот здесь стояли ворота. Это вот еще, видимо, какой-то цех. Вот он, горевший цех. Тоже все цеха там хрустального завода, которые превратились уже в магазины. Там не будем ходить, что магазин, но есть магазин. Но это цех, вот трехэтажное здание, это цех хрустального завода бывший. К нему уже пристроен какой-то центр продуктовый. Продуктовый тряпичный. Вот это вот проходная. Проходная.
Знаешь, что от нее осталось? Завода был проходная. Выход. Сидел контролер. Тут какие-то вот помещения. Технические всевозможные. Зеркало, смотрит машины, выезжающие, приезжающие. Они так выглядят проходные. Ворот уже нету. Проходная хрустального завода. Стояли перила. И люди входили и выходили на завод. Сейчас уже, конечно, ничего тут нету. Ничего нет. Всем удачи, здоровья, пишите комментарии, пока.